Она из Греции. Это лесная. Нет, в Греции есть леса, все в порядке. Лесная нимфа. Вот ее история. Я еще не придумала, если честно, ее зовут. Ты знаешь, она может быть рожденная как Венера, то есть там из пены, да? Вот, может, какое-то такое мифическое существо больше? Ну, такое. Например, в лесу рожденная или что-нибудь такое? В море рожденная, да. Из зелени, да? Не очень интересно. Рисунки красивые. Я, честно говоря, не придумала ни имени, ни историю, поэтому я не знаю, что рассказывать. Ну, мне кажется, это связано с лесом, и выглядит она очень характерно. То есть она сама за себя рассказывает. Мне нравится. Блин, ты молодец, очень классно нарисована. Я надеюсь, мы сможем отрисовать все правильно. Надеюсь. Блин, человек отлично рисует и классный персонаж. Давайте попробуем.